познакомить вас сегодня с моей игрой. Называется она «Читаю первые слова». Значит, она состоит из карточек и надписей. Порядка у нас где-то 50 картинок. Если ваш ребенок уже знает хотя бы 8 букв, он уже может составлять и читать свои первые слова. Значит, карточка у нас может быть на липе, на липучке, либо можно ее сделать на прищепку. То есть будет выглядеть вот так. Давайте я вам покажу, какие могут. Покажу вам несколько вариантов игр. Значит, смотрите. Рассмотрели с ребенком, да, рассказали, что здесь у нас нарисовано. Мама сама прочитала. А потом мы просим малыша найти, например, и закрыть красным магнитиком или красным кружочком, красной фишкой букву О. Так, ищем. Играем с ящиком. О, где у нас еще О? Ищем. Нашли, закрыли. Ищем дальше. А зеленым, например, магнитиком или зеленой фишкой мы будем искать букву М. Так, ищу. М. Закрыла. Ищу. М. Закрыла. Продолжаем. М. Нашли и закрываем. Деньги, карточки в виде дома. И можно посчитать этажи. Первый этаж, второй этаж, третий этаж. Кто живет на втором этаже? И читаем. Тут живет ум. А кто живет у нас на первом этаже? Давай прочитаем. Сом. Это у нас будет, например, первый подъезд и второй подъезд. Давай посчитаем во втором подъезде этажи. Первый этаж, второй этаж, третий этаж. Кто у нас живет на первом этаже? Давай прочитаем. Ам-ам. Смотри, здесь живет обжора, который всегда хочет кушать. Как он у нас говорит? Ам-ам. Смотри, подул сильный ветер, и все надписи улетели и перемешались. Как у нас ветер дует? В-в-в-в. Давай поможем, вернем надписи на место. Берем любую карточку и читаем. Му-му. Давай найдем. Кто это в домике так говорит? Точно, корова. Давай другую возьмем. Читай. Сом. Ищи, где же у нас в домике сом живет? Вот он. Поезд. Раскладываем наши карточки паровозиком. Можно сделать колеса. И потом будем смотреть, кто же едет у нас в первом вагоне. Да, можно еще посчитать. Первый вагон, второй вагон, третий вагон, четвертый вагон, пятый вагон, шестой вагон. Кто едет у нас в первом вагоне? Читай. Ам, ам. Кто это? Обжора. И ребенок ищет из предложенных картинок. Обжор. Вот он. Вот здесь едет в первом вагоне. А что у нас едет в третьем вагоне? Давай найдем первый, второй, третий. Ус. Давай найдем, где у нас ус. Вот. В третьем вагоне едет ус. Давай найдем, кто едет в четвертом вагоне. Первый вагон, второй, третий, четвертый. Читай. Нос. В четвертом вагоне едет что? Нос. Вот такой нос едет. Надо найти ошибку или что перепуталось? Давай проверим. Может, мы что-то здесь запутали? Проверяем, читаем. Ум. Это ум? Нет. Крепляем. Корова как у нас говорит? Му. Му. Подходит? Да, оставляем. Малыш все время хочет кушать. Ам. Ам. Правильно? Да, оставляем. Дальше давай проверим. Сом. Это сом? Нет, убираем. Читаем дальше. Ус. Это ус? Нет, а кто это? Это сом. А где же ус? Вот ус. Так, а сом? Вот он. Проверяем. Нос. Это нос? Нет, а где же нос? Отсюда убираем. Вот он нос. А это у нас ум. Все, нашли. Игра «Договори слово» и выбери нужную картинку. Слушай внимательно, что же у нас подойдет? Ом, ом, ом. Плывет огромный. Точно. Сом. Ус, ус, ус. У дяди вырос. Ус. Ос, ос, ос. У папы есть нос. Ох, ох, ох. На поляне вырос мох. Точно, молодец. Какое же слово самое длинное, а какое самое короткое? Давай им поможем. Найдем самое короткое слово. Как ты думаешь, в коротком слове будет много букв или мало? Мало, точно. Давай найдем, где же у нас мало букв? Какое у нас короткое слово? Ум, точно. Сколько здесь букв? Всего две. Можно даже прикрепить. Да, вот так, две прищепки. Еще есть короткое слово? Давай, ищи, какое? Точно, ус. А где же у нас самое длинное слово? Где больше, чем две буквы? Ищи. Так, какое слово? Нос. Там уже сколько буквок? Точно, там три буквы. А еще длиннее есть слово? Точно, вот оно. Читай. Мама. Сколько здесь букв? Четыре, правильно. Это у нас слово короткое, а это слово длинное. Так,
прикрепляем скрепки на наши карточки со словами и берем удочку, или у меня есть вот такая магнитная палочка. То есть ребенку надо поймать слово и прочитать «мах» и найти, соответственно, нужную картинку. Если ваш ребенок еще не знает буквы, приглашаю вас на наш марафон, на бесплатный марафон «Учу буквы». Он начинается 18 мая. Приходите!